Интеграционный лагерь «Рассвет» заработал в Рязани впервые. Сейчас здесь отдыхают 20 детей с расстройством аутичного спектра. Они приехали сюда со своими родителями. Леша в лагере со своей мамой Татьяной, ему 10 лет. Рассказывает, что в 5-м отряде у него есть друзья, а еще что многие занятия здесь ему по душе. Дом совы. А что в доме совы происходит? Ну, там все... Там есть корабль, качели, велосипед, похоже на тренажер. Есть у тебя тут друзья? Ну, там есть 5-й отряд. А Ивану Клочкову очень нравится батут. Ване 8 лет. Он уже ходит во 2-й класс. Как и Леша, он приехал в лагерь «Рассвет» вместе со своей мамой. Ему хочется больше общаться с мальчиками и девочками. На игровых площадках он приобретает необходимые навыки того, как вести себя в тех или иных ситуациях. Потому что у нас самая такая большая трудность, то, что ребенок не может, например, на детскую площадку выйти. Другие детки боятся, побаиваются, когда вот ребенок такой с особенностями, а он не знает, как правильно общаться. Здесь учат детей именно правильно сотрудничать. То есть не надо пытаться к ребенку, чтобы он с тобой поиграл, вот такого подтолкнуть. Вот, надо именно его вовлечь в игру. Давай поиграем, поводим хоровод, порисуем. В интеграционном лагере есть сенсорная комната, бассейн, батут, зал ЛФК. С детьми занимается множество специалистов. Используются такие методы, как кинестерапия. Это реабилитация и лечение детей при помощи обученных собак. В ближайшем будущем организаторы планируют провести занятия ипотерапией, где мальчики и девочки смогут пообщаться с лошадьми. Изначально нам поступил запрос от родителей рязанских детей с аутизмом. Наша организация, автономная некоммерческая организация Центра развития детей и молодежи «Пламенный», в тот момент запустили первый конкурс президентских грантов и отправили все это на конкурс. Получили поддержку от президента Российской Федерации, закупили все это и организовали вот эту смену. Для работы в лагере команда Пламенного в течение года проходила обучение. Вожатые посещали специализированные центры, занимались с педагогами и психологами. Методисты разрабатывали пособия. У нас самая, наверное, главная задача, которая, в принципе, получается воплощать, это вообще нахождение здесь среди ровесников, среди детей в непривычной среде. И здесь им приходится научаться с этим справляться. Вот. Моему ребенку сложно это делать. Вот. Абсолютно все. Именно то, что это совершенно для него новый опыт. Вот. Медленно привыкаем. Вот в этом наша основная динамика и основное удовольствие от того, что выходит здесь. Смена лагеря «Рассвет» продлится до 24 мая. Программа, подготовленная организаторами, даст возможность за короткий срок попробовать несколько видов деятельности, способных улучшить состояние детей, а их родителям выбрать пути дальнейшей работы со своим ребенком. Но самое главное, проект «Рассвет» поможет найти настоящих друзей, как взрослым, так и детям. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».